В Твери в день национального флага на различных площадках прошли праздничные мероприятия. В них приняли участие как представители старшего поколения, так и молодежь. Подробности рассказывает Роман Быков. День государственного флага по традиции начался на площади Славы с церемонии поднятия российского триколора. В ней приняли участие заместитель главы администрации города Максим Чебуков и председатель Совета ветеранов Центрального района Екатерина Глебова. Мы должны знать, уважать свои символы государства и флаг, и герб Российской Федерации. Это наше достояние и это наша гордость. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Бело-сине-красный флаг подняли на первом русском корабле во время царствования Алексея Михайловича Романова. Это флаг нашей государственной идентичности. Нас по этому флагу узнают во всем мире. Также в этот день на площади Победы прошла традиционная акция «Цвета родной страны». Волонтеры и юноармейцы развернули 15-метровое полотнище цветов российского триколора. Россия – это великая держава, и мы горды тем, что живем в ней. Важность патриотического воспитания молодежи – это, конечно, особый вклад, наверное, нашего населения, в частности, наших ветеранов, наших военнослужащих, ветеранов военной службы, в воспитании подрастающим поколением, любви к своему государству, к своему гербу, флагу, гимну. Для меня, как для каждого гражданина России, День государственного флага – это очень важный праздник. И я считаю, что подобное мероприятие – это прекрасный повод вспомнить важность этого символа. На Трехсвязской улице волонтеры молодежных общественных организаций раздавали всем прохожим ленты триколоры, символизирующие российский флаг.